каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В соответствии с планом по проведению мероприятий по информационной деятельности службы занятости населения в 2018 году Министерством труда и социальной политики Тувы в третьей декаде марта планируется проведение конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан и работодателей, трудоустраивающих многодетных родителей. В настоящее время на муниципальном уровне совместно с центрами занятости населения проводится работа по формированию документов и отбор кандидатов для участия в республиканском конкурсе. По его итогам для развития предпринимательской деятельности безработным гражданам и создания дополнительного рабочего места работодателям предоставляется господдержка в размере более 100 тысяч рублей. С 18 марта владельцы машин будут обязаны надевать светоотражающие жилеты при выходе из автомобиля за пределами населенных пунктов, сообщает издательство «Российская газета». Известно, что правило будет распространяться как на дневное время суток, так и на темное, в случаях, когда видимость ограничена. Причиной такого нововведения стала неутешительная статистика ГИБДД. По данным дорожных полицейских, водители, которые выходили из машины после ДТП, нередко сбивали другие гонщики. Так, за отказ носить жилет будет грозить штраф в размере 500 рублей или административное предупреждение. Отмечается, что по технике безопасности при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть находящегося на дороге или обочине человека на расстоянии 25-50 метров. Если же на человеке сигнальная одежда, то заметить его можно уже на расстоянии 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой человек в спецжилетке на дороге, увеличивается со 100 до 350 метров. Это дает водителю приближающихся машин дополнительные 15-25 секунд, чтобы объехать человека на дороге или не задеть его на обочине. В здании бывшего бизнес-инкубатора Тувы сегодня слышен звук швейных машин. Здесь каждый занят одним делом – производством спецодежды и постельного белья. Новый швейный цех заработал в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Тувы и акционерным обществом БТК Групп. Создано 40 производственных мест, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. Также цех дал работу еще 14 специалистам, включая управленцев и технический персонал. Конечно же, с работодателем переговорили по поводу зарплат. Само собой разумеется, что на производственных предприятиях это прежде всего сдельная работа. Но мы договорились о том, что здесь зарплата не будет ниже 22 тысяч рублей. И это будет зависеть прежде всего от сдельности, и будет зарплата выше. Я думаю, если начало будет очень таким хорошим, то предполагаю, что в 10 раз можно увеличить то производство, которое мы здесь начали. На сегодняшний день более 40 рабочих мест, ну, значит, можно и 400 рабочих мест. Только это будет зависеть от того, насколько наши девчата сегодня докажут свою трудоспособность, трудолюбие, ну и как это предприятие будет себя рентабельно чувствовать. Для запуска нового швейного производства в здании увеличена мощность потребляемой электроэнергии до 300 кВт. Завезено необходимое промышленное оборудование. Отбор претендентов на должности швей, наладчиков оборудования, технологов и раскройщиков для работы в открываемом швейном производстве велся с прошлого года. Всего по итогам отбора и аттестации швей из 120 претендентов принято на работу 54 человека. Из них 40 швей. 87% персонала составляют женщины. Мне очень повезло, я так думаю, что за кратчайший срок нашла работу тут, здесь, на производстве. И я очень рада, что буду работать с опытными мастерами своего дела. И я очень надеюсь, что в дальнейшем будем работать хорошо. Мне очень тут нравится, потому что тут специализированные машины, новейшие. И я тоже работаю в таких машинах в колледже, поэтому мне очень нравится. Группа компаний БТК специализируется на производстве текстиля, одежды, включая специальную и обуви для силовых ведомств и промышленности. Холдинг включает 13 предприятий в России, Белоруссии и Южной Осетии с общей численностью сотрудников более 8 тысяч человек. К
Международному женскому дню в рамках акции «8 марта в каждый дом» состоялся республиканский конкурс по автомногоборью «Автоледи-2018». Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы совместно с учебно-курсовым комбинатом «Тувавтотранс», госавтоинспекцией и мэрией Кызыла провел конкурс для автолюбительниц в 10-й раз, где приняли участие 13 представительниц слабого пола, разных возрастов и стажем вождения. Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала конкурсантки соревновались в умении оказывать первую доврачебную помощь, затем сдали теоретический экзамен на знание ПДД. После сдачи теории участниц ждала практическая часть конкурса. Женщины-водители состязались в фигурном вождении. Каждой необходимо было выполнить такие упражнения, как змейка, въезд в бокс с задним ходом, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и повороты на 90 градусов. По итогам испытаний лучшим знатоком правил дорожного движения признана Менди Сюрун. Лучшей в оказании первой медицинской помощи стала Эльвира Шабалина. А лучшим водителем фигурного вождения признана Татьяна Доржу. По результатам всех этапов конкурса первое место заняла Маргарита Мангуш. Серебряным призером стала Татьяна Доржу. А бронза досталась Эльвире Шабалиной. Все участницы получили ценные подарки и цветы. Государственная программа «Доступная среда» продлена на 5 лет до 2025 года включительно. За первые 5 лет реализации программы с учетом потребностей инвалидов приспособлено более 18 тысяч наиболее значимых для них объектов инфраструктуры. Со следующего года из федерального бюджета будет выделяться финансирование регионам на оснащение реабилитационных центров в размере около 400 миллионов рублей. В рамках продленной программы планируется отработка пилотных проектов по таким мероприятиям, как самостоятельное сопровождаемое проживание, включая учебное тренировочное проживание с целью обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни. С 2019 года запланировано выделение регионам субсидий на эти цели в рамках поддержки региональных программ по формированию условий для создания комплексной реабилитации инвалидов. В курсах валют доллар стоит 56 рублей 80 копеек, евро 70 рублей 53 копейки. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят». 20 марта в Национальном театре. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского, 187 и Жукова, 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская, 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. За минувшие выходные сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 6 килограммов наркотических веществ. 10 марта сотрудники патрульно-постовой службы выявили факт незаконного хранения вещества с признаками наркотического. Так, по пути следования в дежурную часть полицейские заметили, как молодой человек, находясь в автомашине ППС, совершил сброс пакетика с неизвестным содержанием. Проведенной экспертизой установлено, что вещество является гашишем массой 3 грамма. По данному факту дознавателям возбуждено уголовное дело. При проведении допроса задержанный дал признательное показание, пояснив, что гашиш изготовил для собственного употребления. 10 марта в Шагонаре в ходе проверки сообщения на территории одного из кафе сотрудники полиции обнаружили мешок с наркотическим веществом. Проведенной экспертизой установлено, что вещество является марихуаной весом около 6 килограммов. Сотрудники полиции установили владельца указанного вещества. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города Шагонара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. При допросе фигурант уголовного дела дал признательные показания и пояснил, что марихуану собрал для собственного употребления вблизи города Шагонара.
По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Минздравом Тувы проводится ежемесячный мониторинг случаев завышения цен на жизненно необходимые лекарства. Так, региональное министерство предоставляет информацию по ценообразованию лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптечных учреждениях республики. Мониторинг цен на выборочно отобранные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, реализуемые аптечными организациями республики, за февраль 2018 года показал, что цены изменились таким образом. В сравнении с декабрем 2017 года цены на лекарственные препараты вышеуказанного перечня по Кызылу повысились на 2%, а по районам республики повысились на 4,4%. Итого, по республике в среднем повышение цен составляет около 3%. По сравнению с январем 2018 года цены на лекарственные препараты в столице республики повысились на 0,22%, а в районах на 2,57%. Итого, по республике в среднем повышение цен составляет 1,4%. В результате мониторинга завышение предельно допустимых розничных надбавок не выявлено. Барунхемчикский район собрал именитых тренеров и педагогов Тувы на республиканский форум работников дополнительного образования. На одной площадке специалисты со всей республики обсудили проблемы и перспективы дополнительного образования в регионе. Кроме подведения итогов и планирования предстоящих задач, в ходе форума состоялась и церемония награждения тренеров детско-юношеских спортивных школ республики. 40 человек удостоили сертификатов на суммы от 10 до 500 тысяч рублей. Еще одним событием стало открытие в городе Ак-Довураке плавательного бассейна. Также в эти дни на реке Алаш прошло закрытие подледной рыбалки. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Участники могли свободно сверлить и подкармливать неограниченное количество лунок, но занимать можно было только одну, обозначенную флажками. Минимально доступное расстояние между рыбаками – 3 метра. Участники соревновались в таких номинациях, как «Первая рыба», «Самый крупный экземпляр», «Юный рыбак», «Рыбак-аксакал», «Самая вкусная рыбацкая уха», а также «Бег на 100 метров» с рыбацким снаряжением. Московский театр «Мюзик Холл» продолжает радовать кызылчан. В этот раз они приезжают с комедией «Педро Кальдерона де ла Барки с любовью не шутят», которая будет показана 20 марта 2018 года в 19 часов на сцене Национального театра. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут. Мы будем очень рады видеть вас на нашем спектакле и слышать ваши аплодисменты и ваш веселый смех. Спасибо, до скорой встречи. Зрителей порадует по-настоящему звездный актерский состав. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов, Екатерина Волкова и другие. Это настоящий московский спектакль. Организаторы проекта специально привозят масштабные декорации, реквизиты и стилизованные испанские костюмы, воссоздающие историческую эпоху VII века. Истинные театралы смогут оценить спектакль именно в том виде, в каком он постоянно идет на сцене Московского театра. Приходите, и вы не пожалеете. Вы получите море улыбок и позитива. Будут слезы? Будут. Но не от того, что вы будете переживать и страдать, а от того, что вы будете сидеть и смеяться. Так что приходите, я вас жду. Создатели спектакля отнеслись к автору пьесы предельно почтительно, создав на сцене хитросплетенное кружево интриги и юмора, комедии, плаща и шпаги под стать золотому веку испанской драматургии. Возлюбленный кабальера, готовый к любым ухищрениям, находчивый и проворный слуга, прекрасные дамы и любовные перипетии поведают зрителю о том, что шутить с любовью опасно, но возможно, если хочется оставить неизгладимое впечатление. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный снег, ночью местами сильный снег. В Кызыле перемена облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 10, минус 12 градусов, днем минус 2, минус 4. На дорогах гололедица.